Здравствуйте, меня зовут Максим, я гражданин Бельгии, вот уже 15 лет. Живу здесь, работаю гидом, меня часто можно встретить на улицах, и обо мне немало написано в интернете. 5 лет назад я закончил курсы гемологов при ХРД, Хогис Рат ван Демант, в переводе «Высший совет по бриллиантам». Это научная организация, в частности, она выдает один из самых строгих в мире сертификатов на бриллианты. Мой отец был геологом. Стыдно было бы жить здесь и не узнать побольше про бриллианты. Я дипломированный оценщик, и я помогаю моим клиентам осуществить мечту и при этом не залезть в долговую яму. Почему купить в Антверпене? Да потому что это дешевле, чем в России, на 30, а то и на 50%. Почему дешевле? Да потому что 80% всех алмазов мира проходят через Антверпен. И мы будем покупать в магазине одного из дилеров антверпенской биржи. Как я работаю? Вы звоните или пишете мне, и я подробно объясняю, какие камни вы можете купить и по какой цене. 2 бриллианта с одинаковым весом, например, в 1 карат, будут отличаться по цене в 20 раз, в зависимости от качества камня. Поговорим и про оправы. Они в Антверпене уникальны. Вы сами сравните цену с той, по которой сможете купить в России. И решите, стоит игра свечи, то есть поездки в Антверпен, или нет. Если да, согласуем дату приезда. Приедете, посмотрите камни, оправы, выберите. Камни поставят в оправу. Все хорошо, заплатите магазину, затем мне. 150 евро. В чем выгода работы со мной? А не прямо с магазином. Зачем платить лишние 150 евро? Это мое большое преимущество для вас, что я не работаю ни в каком магазине. Я консультант, шопер, как механик, с которым вы выбираете машину секонд-хенд. Снаружи все блестит. А что под капотом? Моя задача определить качество камня. А где вы его купите? В магазине, который вы выберете? Их больше 200, или в том, который я рекомендую. Мне не важно, я у вас получаю деньги. Я не прошу предоплату, не прошу аванс. Если я обещаю найти камень по такой цене, я ее гарантирую. Не смогу, вы мне не заплатите, и я потеряю день работы. Плюс время на предварительные консультации, на создание этого сайта. Так что если вы решили купить изделие с бриллиантом, выясните, нельзя ли сделать это наполовину дешевле. А для этого надо написать мне или хотя бы позвонить. Если уж вы дослушали меня до конца, не лишайте себя шанса. Напишите.